Я рад вас снова всех приветствовать на своем канале. Сегодня ролик будет посвящен стоимости сетевой электростанции солнечной мощностью 3 кВт. И рассмотрим его на конец 2021 года в реальном времени, подобрав его комплектовку. Соответственно, сейчас мы зададим начальные условия для этого. То есть мы зададим потребление в сутки 6 кВт-часов, то есть в год мы имеем 2190 кВт-часов. Это начальные данные. И сейчас открываем по привычке калькулятор онлайн для солнечной энергии. Забиваем туда Харьков. Выбираем 5-6 панелей мощностью 545 Вт. Ставим угол средний 41 градус. Данные вводим, что мы потребляем 6 кВт зимой и летом средние. Отказываемся от аккумулятора. И получаем данные выработки солнечных панелей с нашим потреблением. Нас интересует вот эта сумма конечная 4251 кВт-час в год. А в сутках в среднем мы имеем 11,65 кВт в сутки. Это больше, чем 6 кВт, которые мы задали. То есть мы сможем лишнюю электроэнергию продавать. Выбираем панели в реальном времени. Это панель 540 Вт. Монокристалл. Стоимостью 5447 гривен. Они есть в наличии, даже возможно вот доставка. То есть проблем с панелями в Украине сейчас нет, можно выбрать разные панели. Для сетевой электростанции нам понадобится еще счетчик двухнаправленный. Ищем его в интернете и вот находим счетчики. Счетчики есть с модемом, стоимость их порядка 4200. Есть без модемов, они дешевле стоят, 2500 где-то тысячи. То есть если хорошо поискать, все это можно найти. Кроме всего, нам понадобится сетевой инвертор. Новый мы покупать не будем. Есть вот сетевые инверторы на ОЛС, которые продают. Вот сетевой инвертор Денфос 6000 гривен, мощностью 2900, работает, пишут отлично, продается здесь повышение мощности. Продавец 13 года, ну, в принципе, как бы реально, реальный продавец. Так, что-нибудь еще похожее смотрим. Так, второй пользователь Андрей с марта 17 года. Получил много отличных отзывов. То есть реальный продавец. Солнечный инвертор для зеленого тарифа 5 кВт. Это даже хорошо вдруг над домом увеличить мощность. 7000 гривен. Фрониус, как бы очень хороший инвертор. Еще гарантию дает продавец. Ага, продавец занимается продажей бэушных инверторов. Я так понимаю, из Германии или из Европы. Луцк, довольно близко возле границы, можно спокойно везти из Германии, с Польши, отовсюду. Вот, пожалуйста, вполне нормальный инвертор. 4600 Вт. Вот, показывает, что он работающий. То есть с инверторами разобрались. Теперь можем составить примерную стоимость сетевой солнечной электростанции на 3 кВт. Солнечные панели 6 штук нам обойдутся в 32 682 гривни. Двухнаправленный электросчетчик порядка 4000 гривен. Услуги по проверке, установки, там, прошивки от Облэнерго где-то 2500 гривен. Это я беру со своего опыта. Сетевой инвертор выбираем примерно за 7000 гривен. Но если вы сами будете делать монтажные работы, там купить провода, крепеж,
Все остальное, то я думаю, что 6 панелей это вполне достаточно 4000 гривен. И как итог мы имеем 50 тысяч гривен на весь проект. Окупаемость примерно нашей станции при выработке в год 4251 киловатт составит. Стоимость самой электроэнергии, которая мы потребим по гривне 68, составит 3679 гривен. Все излишки электроэнергии, которые мы продадим Облэнерго, а это 2061 киловатт, на сегодняшний момент у нас в Украине покупается по 4 гривни 12 копеек. Это составит сумму 8491 гривну. То есть стоимость станции 50 тысяч гривен, делим на 12170 гривен. За это время мы каждый год будем от государства получать 8,5 тысяч гривен и не будем платить 3700 гривен за электроэнергию. То есть это наш как бы доход составит. С этих денег, если, я так понимаю, дом при потреблении 200 киловатт, этот дом небольшой, это 100 квадратных метров, этой суммы хватит для его отопления в сезон. То есть за 4 года, вложив 50 тысяч, мы получаем электроэнергию на 4 года, бесплатно, ну как бы относительно бесплатную, и отопление дома. Мода еще останутся деньги. После 4 лет эксплуатации нечем, по большому счету, здесь выходить из строя. Все здесь имеет срок годности от 25 лет. Давайте посмотрим панели. Гарантию дают на 25 лет, счетчик там на 30 лет гарантия. Ну, сетевой инвертор. Ну, я думаю, что тоже вещь хорошая. Он сделан в Европе, это не китайский, будет работать. Итак, после 4 лет эксплуатации такой станции мы получаем дальше бесплатную тоже электроэнергию и деньги на отопление. То есть в ближайшие 25 лет можете отапливаться, освещаться, то есть получать электроэнергию на вот эту сумму, вложенную всего лишь навсего 50 тысяч гривен. А 50 тысяч гривен это меньше, чем 2000 долларов. Вот такой расчет примерный. Я думаю, что я не ошибся сильно в одну, в другую сторону. Всегда можно здесь, я смотрю, сэкономить, потому что мне мой сетевой инвертор обошелся в сумму меньше, чем 100 долларов. У меня есть такой сетевой инвертор. Я сейчас вам покажу его. Я его использую как запасной вариант. Вот вышел такой небольшой ролик о стоимости сетевой солнечной станции и во сколько она обходится и как она окупается.